Всем привет! Это видео записываю как отчет о бытовых конкурсах на ключи. В этом видео вы узнаете победителя. Напомню, условия были такими: подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать в комментарии «участвую» или «плюс», также открыть свой фид на YouTube, чтобы я мог это все проверить. Также дополнительным необязательным условием было репостнуть запись ВКонтакте. То есть тут я уже вижу, что меньше, чем комментариев, поэтому буду все тщательно проверять. Двойные плюсы я вроде уже все поудалял. В следующий раз буду удалять оба коммента этого человека, например, чтобы он вообще выбывал из конкурса, раз он ставит по несколько плюсов. Сейчас узнаем, кто выиграл. Так. Считать сверху, потому что снизу неудобно считать, честно. Раз, два. Захожу на канал. Подписка есть, ключ есть. Вот первый победитель. Отлично. Поздравляю. Всем привет. Так. Новый чувак, но он уже не участвует. Сори, чувак, ты немного не успел. Так, второй победитель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Так, подписка есть, конкурс есть, и вот второй победитель. Поздравляю тоже. Пиши в личку, которому вы захотите. Всем привет. Так, еще хочу сказать, что сегодня же пущу 149 подписчиков. Я обещал, что будет при 110, так что запущу сегодня же конкурс. Ждите вечером. Все, всем.